современном мире кажется, что единственный навык, который нужен для того, чтобы выжить, это умение зарабатывать бабло. Медицина и технологии делают все, чтобы нам жилось максимально комфортно и безопасно. Но при этом не стоит забывать, насколько суровый мир окружает нас, и что неприятные сюрпризы могут поджидать и на родных улицах, и на живописном курорте. В таких случаях, чтобы выжить, раскачанной бицухи и шестикубового пресса будет недостаточно. Тренировки, которые могут спасти вам жизнь, выглядят по-другому и развивают совершенно другие навыки. Совершенно не те, которые позволяют сделать идеальную фотку для соцсети. Сегодня об этих тренировках и умениях мы и поговорим. И начнем с первого, самого очевидного навыка. Это быстрый бег на короткие и длинные дистанции. Бежать, если за вами нет стены или семьи, не стыдно. А остаться инвалидом – глупо. Это если еще повезет остаться. Но, к сожалению, не от всех проблем выходит убежать. Поэтому второй навык – это умение постоять за себя и за близких. Драться должен уметь каждый. Но перед тем, как записываться в отдельную секцию, помните, что 90% схваток начинаются на ногах и 90% заканчивается на земле. Так что учитесь не только бить, но и ломать. И опять же, побороться с человеком получится. А вот с агрессивно настроенным животным едва ли. Оказать физическое противодействие крупной собаке так же сложно, как и убежать от нее. Поэтому развивайте третий навык. Это умение подтягиваться, лазить, карабкаться, висеть и в принципе хорошо владеть своим телом. Тут как нельзя кстати будет гимнастика, воркаут и скалолазание. Все вышеперечисленные проблемы нас могут поджидать на земле. Но есть еще одна смертоносная среда. Это вода, в которую мы так любим безопасно погружаться во время отпусков. И даже если встреча с отбитой акулой – это редкий случай, то все равно учитесь грамотному поведению как на воде, так и под водой. Вот, пожалуй, все основные моменты по тому, что следует тренировать. Поэтому крепко задумайтесь, зачем вы делаете то или иное упражнение. И обязательно, если я забыл какой-нибудь навык упомянуть, напишите его в комментариях. Берегите себя и любимых. Пока-пока.